В рамках партийного проекта «Крепкая семья» прошла елка для воспитанников социально-реабилитационного центра. Поздравить детей и их семьи с Новым годом приехали депутаты от «Единой России» в Совете депутатов Одинцовского округа Татьяна Одинцова, Вячеслав Киреев, Максим Ганин, исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Андреева и сторонники партии. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они вручили каждому ребенку подарки.